Всем привет, дорогие подписчики и зрители канала Смешного Зарбаба. Мы продолжаем проходить игру Horizon Zero Dawn. Итак, мы с вами идем по сюжетному заданию. Мы с вами в прошлой серии спасли племя Нора, открыли дверь, получили некие данные. И нам нужно идти до злого перевала. Но мы там уже с вами были, когда пытались найти последнюю точку обзора. И там был буревестник. Добраться до горы будет непросто. На каждом шагу рыскают хищные машины. Зараженные? Не зараженные. Но людей они не потерпят. Тоже мне удивил. Да. Тоже мне удивил. Мы там уже были. Да, они стоят на страже. Но можно прошмыгнуть. Да, мы прошмыгивали и сейчас прошмыгнем. Так, ну травушку-муравушку надо собрать по-любому. Так, я, наверное, лучше тут пройдусь. Отлично. Это я приберегу. Так. Лишняя шумиха нам не нужна. Мы тем более тут уже были. Так что просто пройдемся. Надеюсь, буревестника больше не будет, потому что как бы это нелогично, я же его уже убил. Так, вроде нормалек. Этих ловчих прошли. Тихо. Цветочек на всякий случай еще возьму. Вот это еще опасно было. Хотя не знаю, может быть сейчас игра посчитает реально, что надо теперь было. Теперь я знаю, что они тут стерегут. Да. А, так тут теперь коршуны. А мне надо было прям просто пройти, да и все. Так, на всякий случай сохранюсь. Но охрана, конечно, мощная здесь. Давай, в кустики, в кустики, в кустики, в кустики. Отличненько. Еще. Так, ну что еще? Тихо, 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 тихо. Нормально. Справились прям на ура. Никто нас не спалил. Беги, ой. Так, не помню, где надо было взбираться-то.
Во, нашел. Так, это тоже сюда. Ага. Ну тут тоже никого не должно быть, правильно? Это как бы тогда было нелогично все-таки. Я убил бревестника. Бревестника тут быть не должно. Ладно, мелочь. А бревестник это был бы перебор. Это можно хранить. Это можно даже потом использовать. Но надеюсь, будем стараться обойтись без этого. Да, здесь, кстати, очень много полезной травки растет. Вроде как снега, да? А все равно. Ну, еще искупаться, конечно, самое то. Ага, травушка, муравушка в воздухе висит, не страшно. Так, это не то. Ну что ты? Ой, хватай. Скоро мне это понадобится. Надеюсь, что не понадобится. Ну, теперь посмотрим, интересно, как они откроют проход. Так это и есть жертва Геи? Она раздавила гору, как яйцо. Да, да. Поспеши. Я подготовил для тебя маршрут. Так ты здесь уже проходил? Ну да. Увидишь. Да, вот этого-то и не было, понятное дело. И он подготовил для нас маршрут. Пойдем глянем, что за маршрут. Значит, о маршруте ты позаботился, а с армией машин не стал возиться? С каких пор тебя пугают машины? Если б ты могла летать, я бы и на маршрут не стал время тратить. Так, ну и куда? Фу, блин. Там не было видно, кстати. Не смотреть вниз. Не смотреть вниз. Да-да-да. Успокаивай себя, Элой. Не смотреть вниз. Не смотреть. Так, ну смотри, я, получается, забрался... Мы здесь как раз с вами уже и были. А вот дальше прохода никакого не было. А теперь здесь есть лестница. Вот, все понятно. Он нам лестницу подготовил, блин. Тоже мне маршрут составил. Маршрутизатор. Ладно, пойдем. Тут опять сейчас будет куча всяких документов, аудио, вставочек. Поехали. Вот таким я себе и представляла твое убежище. Спасибо. Это одна из многих мастерских, которые я построил. А здесь ты еще успеешь покопаться. Ну. Долгие годы я пытался вскрыть этот люк. Сверлил его и жег, и взрывал. Но ты сможешь пройти тут легко и просто. Ты так говоришь, будто я виновата. Вовсе нет. Мне даже не пришло в голову, что нужна не грубая сила, а просто ключ. И ключ — это человек. Я оказался недостаточно сообразителен. Ну, это бывает. Ты много времени тут провел. 19 лет назад эту гору сотряс мощный взрыв. Смерть Геи — твое рождение. Эхо взрыва было слышно даже в жиле. Небо затянуло пеплом. Меридиан трепетал при виде этого знамения. Кратер горел долго, но когда остыл, я заглянул в него одним из первых. Со временем
На его защиту стянулись машины. Удачно. Больше никто не совал сюда нос. Кроме меня. Гея сказала, что ее можно восстановить. Но урон так велик. Разве починишь? Она сказала, сначала нужно уничтожить Аида, а уже после думать о ремонте. Я согласен. Починим систему терраформирования сейчас, ее может использовать Аид. Из-за жертвы Геи ему пришлось искать орудия, которые не столь удобны. Но думаешь, вообще возможно вернуть Гею? Ты знаешь, на что способны котлы. Им теперь доступны любые технологии для создания машин. По той же логике, они наверняка смогут воссоздать и технологии для ремонта Геи. Но это займет годы, а наше время, к сожалению, почти на исходе. Я думала, что ты тоже здесь будешь. Ну что, придешь? Зачем? Мое присутствие не требуется. Дверь ты и без меня сможешь открыть. Это ты рождена для этого, не я. Мне пора идти внутрь. Да. Когда найдешь главный блокиратор, получишь оружие для победы над Аидом. Все от тебя зависит. Как всегда. Что? Ничего. Мне нужно идти. Я думал, он что-то тут скажет, что-то сделает, но что-то тут нифига нету, блин. Слышь, а ты не находил ничего такого, типа, ядра? Нет? Ну, поехали. Генетический профиль подтвержден. Вход разрешен. Здравствуйте, доктор Соби. Можете проходить. Спасибо. Сейчас пройдем. Так, мне сюда. А что здесь? Это все не то. Регистрация. Марго Шен. Добро пожаловать в замерзший ад. Население 10 человек. 11, считая Гею. Цыплят эмбрионов по осени считают, дорогуша. Она пока не заработала. Так что прямо сейчас на омлет не рассчитывай. Я веган, Трэвис. Мы с тобой столько вместе работаем. Мог уж запомнить. По расписанию у нас было еще 3 недели до переезда. Мне пришлось бросить там 350 килограммов порнокомиксов. Подожди, на физических носителях? Почему ты их не оцифровал? Потому что физический носитель приятнее в руках держать. Больше-то нам тут особо нечего потрогать. Думал, буду по вечерам их архивировать. А ты? Я? Работать буду. У меня график задач уже года на 3 расписан. Есть много углов, которые надо сгладить. А что потом? Я как-то и не думала. Еще успеешь. Тебе сколько? 30? Нас всех переживешь и одна тут будешь куковать. Пища для размышлений, веган. Вот отстой. Ничего, потерпишь. Жизнь быстро пролетит. Она так удивилась, что он на физических носителях... хранит порнуху, что такое чувство, как будто она сама хотела ее посмотреть. Типа, да как ты так? Да ты куда ты смотрел? Почему ты сразу не взял все, что надо было? Будь осторожна. Ладно. Ой, уже осторожность пропала вся. Куда ты? Так, тут как бы невысоко. Нормально все. Спустились. Где же последний топливный элемент? Чё-то тут земля дрожит вся. Это спуск сюда.
Так, мне в какую степь-то? Видимо, мне туда. Угу, понятно, хорошо, ладно. Тогда сходим сюда. Так, это грибочки. Это я куда пришел? Да, 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 последний. А вот и последний топливный элемент. Теперь я смогу добраться до тех доспехов. Не зря сюда пошел. Ой, не зря сюда пошел. Так, туда уже бесполезно куда-либо забираться. Хотя не знаю. Не, ну тут-то она не заберется. Где там будет выход? Ну, главное, нашел топливный элемент, это уже меня радует. Ё-моё. Он ведь так уже 19 лет простоял, да? Ну? Не отвечай. Так, ну по идее просто я бы перепрыгнул бы, да и все. То же самое было бы. Просто два разных способа попасть в одно и то же место. Ну, вот и все. В смысле вот и все? Мы ж только пришли. Так, вот теперь интересно, затмение тоже потом появится здесь или нет? Ой-ой-ой. Не сюда. Может, выше по шахте? А, не сюда, говоришь? Тупичок. Ну, как скажешь. Залазь, Элой. Видимо, здесь они жили. Уцелело немного. Когда-то вокруг был камень и железо. Запись. Я только проснулась. Сейчас. Цифры вижу, но не могу разобрать время. Мне снилось, что я веду лекцию. Или скорее это был какой-то шаманский ритуал, не знаю. Неразличимые лица под пустым небом. Я сказала, что мир умер с громом. Нашествие роботов. Но последние люди, мы исчезли. Даже не со всхлипом, а с шепотом. Знаете, в пещерах закончили, как начинали, сбившись в кучку у огня. Главы государств, счастливые пятерки, лидеры, выигравшие в лотерею, сектанты. Все как один попрятались по убежищам. Кто-то верит, что как-то сумеет все это пережить. А Элизий, а мы, жители Геи Прайм, то же самое. Множество крошечных сообществ вспыхивают и умирают. Какие-то из них будут прекрасны, какие-то ужасны. Но все они обречены. Миниатюрные цивилизации. Последний вздох. А потом придется надолго задержать дыхание. Еще не проснувшись, я знаю, что меня никто не слушает. Что я говорю сама с собой. С молчаливой планетой, с бесплодным шаром. Осталась лишь Гея.
и ее долгий-долгий сон. Надеюсь, ей не будет одиноко. Ну, вряд ли они будут какое-то испытывать чувство одиночества. Это все-таки программа. Так, что, ничего нету, что ли? Могли бы что-нибудь положить, какой-нибудь файлик. Ну ладно. Так, ну что, пошли, почти дошли, да? Мы эвакуировались в такой спешке. Не было времени подумать. Попрощаться. В медицинском отсеке стояли очереди. Я обещал Тому Пейку, что провожу его на укол. Но я бы мог быстренько успеть обработать еще партию зигот райских птиц. Я до сих пор злюсь, что он заставил меня выбирать. И злюсь на себя. Ну, он умер в одиночестве. И этих клятых райских птиц я в итоге тоже не спас. Теперь времени на размышления у меня предостаточно. Замки Гии Прайм захлопнулись... Элизий загерметизировался. Расстояние считанные мили, но с таким же успехом он мог бы быть на другом краю галактики. Там все эти беты, гаммы и обслуживающий персонал. Не будь я Альфой, сложись все по-другому, я бы тоже мог быть там. А вместо этого я проведу остаток дней здесь, с людьми, которые мне даже не нравятся. И без того человека, с кем я бы охотно разделил свою судьбу. Будь у меня хоть шанс. Всего 2 часа, как я подписал финально исполняемые модули, а уже ворчу в свой визор, как вздорный старик. Грядущие поколения, примите к сведению. Так, ну что, почти дошли? Почти. Это комната Элизабет. Я уверена. Она даже не успела распаковать вещи. Ее дневники. Дневники Элизабет. Все уничтожены? Сканируй. Визор может воссоздать их, но это долгий процесс. Так, текстовая запись, файл поврежден, производится восстановление. Ага. То есть вот здесь вот... Ага. А это детсад. Дневник собак. Журнал геи. Испытание ультраткани. Это мы с вами все читали. Да, получается, 3 дневника. 4 дневника, вернее. И журнал геи. Все это пока повреждено. Но потом, по идее, должно как-то восстановиться. А почему это вот аудиозапись, файл поврежден? Странно, ладно. Предсмертная просьба геи. Да, а что-то еще есть? Пусть визор кажется всесильным устройством, но его мощь ограничена. Сколько это займет? Дни, недели, годы. Сумеешь остановить Аиды и сберечь наше будущее, и, может, успеешь их послушать. Окей. И куда мне теперь? А, тут проход. Сразу-то не поймешь. Элизабет? Что это? Так, алтарь. Давай пока вокруг пройдемся, посмотрим.
как-то тут тоже все пусто. Так, подожди. Здесь же не пройдешь. А, тут можно пройти, в принципе, получается. Это тайный проход. Или это секретный проход? Может быть, где-нибудь здесь лежали, знаете, вот эти бы ядра. Скорее всего. Если кто не успел их раньше найти, то они, скорее всего, где-нибудь здесь, в принципе, все бы, наверное, бы валялись по-любому. Потому что тогда бы никто бы не выполнил квест. Особенно тяжело бы, наверное, для тех, кто не особо сильно все ищет, углубляется. Первый найти. В этой, в пещере матери. Мы ж там нашли первый. Ну, давай смотреть. Это Чарльз Ронсон. Прошло 6 часов с момента окончательного монтажа Кей Прайм. Сегодня затвор входного люка дал сбой. Зазор между створками люка должен составлять менее 2 миллиметров. А тут зазор был 10 миллиметров. Достаточно, чтобы проявилась тепловая сигнатура. Достаточно, чтобы Рой засек наш комплекс. Достаточно, чтобы Гею обнаружили и уничтожили. Достаточно, чтобы убить будущее, над которым мы столько трудились. Если только кто-то вручную не перезапустит сервоприводы. Снаружи. Я сейчас включу запись инцидента. Но я туда не пойду. Я на такой не подписывался. Либо мы кого-то туда пошлем, либо все это было зря. Решать должна Лиз. Ну так долго нам ее ждать? Сказала 5 минут. Она же... не... О, нет. Так, слушайте. Я починила затвор. Гея. Зазор 1,4 миллиметра. Подтверждаю. Элизабет, нет. Мы придумаем, как тебя впустить. И не надейтесь, Рой слишком близко. Ладно, не думайте. Гея готова. Теперь она обо всем позаботится, как задумано. Лиз, не надо! Мы столько всего еще... Ребят, вы меня знаете. Не умею я прощаться и отпускать, так что... Не будем. Тогда... В добрый путь, Лиз. И... Увидимся. Да. Вы берегите друг друга. Лиз. Я не жалею. Я хочу домой. Прощайте. Последнее сообщение, полученное от Элизабет Собек. Она отдала все, чтобы спасти жизнь на этой планете. И мы все теперь перед ней в долгу. Так, что-то доступно, да? Мемориал в честь Элизабет Собек. Это не то. Записки. Это голозапись. Может, восстановилась, нет? Не. Ничего не восстановилось. А, так вот что-то еще есть. Привет, Лиз. Я знаю. Знаю, ты этого уже никогда не услышишь. Да и не важно. Тебе
На этот раз досталась роль и спасителя, и мученика. Поздравляю. Все, что ли? Слушай, Лис, ты была хорошей девкой, по-честному. Мне жаль, что ты погибла. Я надеюсь, ты все же успела добраться до дома. Но этот памятник, который тебе воздвиг Ронсон, жутковато это как-то. Покойся с миром, Лис. Господь свидетель, ты заслужила покой. Здравствуй, Марго. Как твои дела? Доктор Ронсон, я получила много всяких неожиданных сообщений от Теда. Марго, прости. После гибели Лис совсем некому стало его приструнить. Я поговорю с Тедом. Ему в основном нужны отчеты. Сотни отчетов о вещах, в которых он вообще ничего не смыслит. Раньше Лис все это пресекала. Он совсем не понимает устройство систем. Так, в общем, и задумано. Но теперь он начал грубить. Просто главное не злить его. Лис всегда говорила, не злите его. Смеетесь? Помните, как она с ним говорила? Она его ставила на место, Марго. Может, мне просто его игнорировать? Все равно он заперт в своей пирамиде в компании голографических девиц. Что он нам сделает? Только не злись, Лис, но я написал надгробную речь. Я попытался выразить... Твои дети, после того, как Аполлон их обучит, будут думать, что знают все. Но они должны понять, что ты для них сделала. Как сильно ты любила наш мир. Любила настолько, что это удивляло. Потрясала. А в итоге он тебя убил. Или ты умерла за него. Как посмотреть? Никто не мог за тобой угнаться. Сравняться с тобой. Не знаю, может, если бы я не уехал тогда в Йоханнесбург. Я рад, что ты в итоге зарубила протокол смотритель. Если бы тут появилась еще одна ты, я бы не выдержал. Элизабет Собек... Может быть, только одна. Я скучаю. Да, но теперь ее две. Но опять-таки, все-таки одна, но вообще было две. Так, ну что, готов? Поговорим. Элой. Погибла. Она погибла. Ты знала, что она не могла выжить. А ее достижения... Они исключительные. Пока ее люди спорили, она взяла на себя ответственность. Она одна. Она была лучше них. Я не это сказала. Да лучше. Не бойся это признать. Думаешь, она была лучше из-за ума? Создала новый рассвет? Но не это главное. А главное... что она была готова пожертвовать собой. Ради других. Ради будущих потомков. Нет. Она защищала свое творение. Ты, боюсь, путаешь волю и сантименты. Нет. Она знала, что Гея должна не только думать. И научила ее чувствовать. Заботиться, идти на жертвы, верить в жизнь, бороться с безысходностью. Если бы не эти сантименты, жизнь бы погибла. Ни тебя, ни меня бы не было. Твой довод разумен. Сочувствую тебе. Она сказала, что хочет домой. Может... Что? Ничего. Нам пора. Ну, вряд ли она же выжила, Элой. Ну, ты ж понимаешь. О! И дверь открылась. Вряд ли она выжила. Они вон в бункерах не выжили. А она ушла просто домой.
Так, разрушите в руинах главный блокиратор. Мы до сих пор его не нашли. Что мы запихнем им в голову, Лиз? Исторические факты. Так называемую правду. Информационный шум. Это не питательная смесь, Лиз. Это отрава. В смысле? Ты чё, Элой? Не пугай меня. Такс. Ага. На той стороне кратера есть еще одна секция. Вроде она уцелела при взрыве. Потому что она бронирована. Ты нашла пункт управления. Иду туда. Ой-ой-ой, начинаются прыжки опять. Вот. Могла же бы допрыгнуть, но просто, блин, игра не дает ей перепрыгнуть. Вообще шансов никакого не дает перепрыгнуть. Опа, еще визор. Я по-новому взглянул на проект. На самом деле, все просто, чисто, логично. Стирание. Прибавление через вычитание. Так будет лучше, Лиз. Один росчерк, и все это исчезнет. Мне не нравится, к чему все это идет. Продолжай. Ой, тихо-тихо, Элой. Продолжай. Куда продолжать-то? Я чуть не могу понять, куда идти-то. А, во. Что-то опять этот Фаро опять задумал, блин. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ненадежная лесенка. Ага. Но там, скорее всего, будет спуск. Так, на всякий случай пройдусь, посмотрю. Ну да. Это возврат. Так, подожди. О, ладно, заставка пошла. Угу. Кислорода не было. Это все альфы. Когда я открыла люк, воздух потянуло внутрь. Потому что в этой комнате не было воздуха. Но здесь же были альфы. Были, да сплыли. Не могу задействовать управление. Доступ Альфа заблокирован. Что еще за доступ Омега? О, нет. Персонал Альфа. Не хочу вас пугать, но... Выслушайте, что... Я вам скажу. Это нелегко. В общем, я... Но... Так. Не лезьте сейчас в систему, ладно? Я хотел сказать вам... О том... Сказал же, прекратите лезть в систему. В общем, короче, я не могу перестать думать о тех, кто родится после нас. Невинные, безгрешные люди, наши потомки. Зачем им знания? Это что, дар? Тед, Тед, мы уже это обсуждали. В Аполлону встроено больше 3000 условий отказа. Это не дар, это болезнь.
Они лекарства, а мы хотим наслать на них наш недуг. Нет, нельзя. Еще не поздно, если мы готовы пойти на жертвы. В этом нет необходимости. Все уже сделано. 3 минуты назад. Я стер Аполлон целиком и полностью, его нет. На жертвы? Это не жертвы, это культурный геноцид, чокнутый ты ублюдок. Тысячелетия истории. Мне жаль. Честное слово. Но чтобы защитить невинных, невинные должны умереть. Аварийная ситуация. Выпуск атмосферы. Во, больной. Вообще шизанулся по полной программе, блин. Он их всех убил. Теперь ясно, почему. Значит, вот кто вверг нас во мрак невежества. Ради невинного будущего. Безгрешные люди. Поглядел бы он на кольцо солнца. Все знания предтечь. Все, чего эти люди достигли, уничтожено, обратилось в пыль, ушло в пустоту. Ушло, как и сами альфы. Нет, не в пустоту. Когда люк открылся, и их прах разметало по ветру, они стали частью этого мира. Мир, в котором мы живем, это памятник тому, ради чего они отдали свои жизни. Да, памятник забвению. Не забвению, Сайленс. Надежде. А чё ж тогда он себя-то не убил-то? Мерзота этот. Мало того, что, блин, мир уничтожил, так еще и все, что... За все накопленные знания, все вот это, он все уничтожил. Дебил. О, дебил. Ради какого-то непонятного, блин, типа, безгрешные люди, блин, что, типа, начну с чистого листа все заново изучать. Ой-ой-ой, как же это было тупо. Главный блокиратор. Такой маленький. Осталось убить с его помощью Аида. Постараемся. Вернитесь в мастерскую Сайленс. А, по ней вернемся. Типа поставить модификацию на копье. Ну да, как я сказал, это обратный путь. Не нравится мне это. Смотри, не свались. Блокиратор не блокирует силу притяжения. Спасибо, я уже понял. Дальше-то никуда. Солнца не видно нифига. Алло. Что-то я не могу понять, куда мне идти-то. Ну-ка, карту открой. Да нет. Так, что-то я запутался. Слышь? Ой. Подсказывает, что я не пойму, куда надо идти-то.
А, во, нашел. Да, сразу-то не увидишь, что эти ветбилинки не сливаются иногда с фоном. Вообще ничего не поймешь. Дошел. Так, ну тут вроде как ничего не должно быть. Мы все пособирали. Или опять пришло затмение? Опа. Ты здесь? Уже ухожу. Что? Здесь наши пути расходятся, Элой. Но сначала я расскажу тебе оставшуюся часть истории. Давай. Я уже как-то раз упоминал, что помогал затмению, но не уточнил, насколько все серьезно. Правда в том, что я был у истоков. Это я обнаружил Аида на этой горе, внутри разбитого Титана. И я служил ему. Что? Он обещал знания и дал их. Такие знания ты не представляешь. А взамен? Создал затмение, культ Аида, его личную армию. Зачем ты сейчас это рассказал? Ты должна это знать, чтобы справиться. Когда я нашел Аида, первое, о чем он спросил, был шпиль, не меридиан. Шпиль. Почему так, Элой? Шпиль создала Гея. Какая часть Геи? Минерва. Это модуль взлома кодов. Гея построила шпили для передачи кодов, которые отключили машины Фаро. Остановили процесс переработки биомассы. Аид хочет передать другой код. Пробудить машины, чтобы они снова пожрали весь мир. Да. Исходя из всех данных, я пришел к тому же выводу. Значит, роботы, которых они воскресили, это просто инструменты. Армия для захвата шпиля. Да. Чтобы Аид мог снова уничтожить все живое. Если ты не помешаешь. Рассказывай мне все. Про Аида, затмение. Про все. Это долгая история, Элой. Ну так не тяни. Я нашел визор. В древних развалинах, как и ты, много лет назад. Вот только мой был сильно поврежден. Можно сказать, почти не работал. Я долго изучал его. Пытался чинить. И, наконец, получилось. Мир предстал передо мной в таких деталях, просто необычайных. Тогда-то я и засек его. Слабый сигнал. Кто-то где-то вел поиски, так же, как и я. Два одиночества. Я нашел источник сигнала. Разбитый Титан, в самой гуще джунглей Алмаза. Так ты думал, это Титан? Древняя машина? Я не знал, что думать. Я уже видел похожие машины. Клади смерти, например. Но это была другая. Она не была мертва. Она тогда не могла говорить. Я починил и вернул ей голос. Так начался обмен знаниями. Машина интересовалась всем в нашем мире. Племенами, другими машинами. Но первое, о чем она сразу спросила, это шпиль. Что Аид хотел знать о шпиле? Как к нему попасть? Что вокруг него? На чьей он земле? Взамен он открыл мне новые знания о древних технологиях. Он велел мне починить другие визоры. Вскоре у меня их уже была пара десятков. Хватит на небольшое войско. Ну да, на командиров. Мне было плевать. Я узнавал так много. Физику, алгебру.
Ты не представляешь. А Карха Тьмы? Они тут каким боком? Раскол внутри племени был мне на руку. Такая возможность. На руку? Вот так значит? Да. Половина племени оказалась в изгнании, мечтая, как вернуть себе меридиан. Они религиозны, легкая мишень. Я просто представил им Аида как погребенную тень из их мифов. Так что да, это было мне на руку. Я устроил встречу Аида с верховным жрецом Бахавасом, Гелис тоже там был. Так родилось затмение. Что угодно ради святого меридиана. Аиду наплевать на меридиан. И тебе тоже. Мы живем в мире мертвых городов и погибших племен. Но одним больше. Я был занят. Аид поручил мне соединить все визоры затмения в единую сеть. Интереснейшая задача. Особенно с учетом модификации, которые я внес самостоятельно. Ну да, чтобы за ними следить. Да. У меня хватило глупости помогать Аиду, но я не был так глуп, чтобы доверять ему. Я встроил в сеть то, что звалось бэкдором у предтеч. Тайный доступ, благодаря которому я мог просматривать все каналы связи. Что же заставило тебя уйти? Уж явно не муки совести. Я забеспокоился, когда увидел, что они воскрешают древние боевые машины, используя мой метод. Спросил Аида, зачем ему это? И было поздно. Увы, я уже был отработанный материал. После того, как я завершил работу над сетью визоров, он призвал меня к себе и немедленно отдал по сети приказ меня убить. Вот с тех пор я в бегах. А со мной как началось? Наш общий путь. Когда тебя нашел Олин? Обнаружена угроза системе. Такое не пропустишь. Приказ убить дикарку из племени Нора. Не мелковата ли цель? А потом я увидел на этой дикарке визор, и что она поразительно похожа на великого ученого древности. Гелис не медлил. Я решил, ты погибла. И вдруг сигнал твоего визора изнутри горы Нора. Чем больше я наблюдал за тобой, тем больше росла уверенность в твоей необычности и полезности. Ты могла помочь мне, наконец, раскрыть тайны мира. Я решил сделать все, чтобы помочь тебе достигнуть цели. Прочее, как говорили в древности, это история. Сколько же ты натворил в погоне за знаниями? Как же это глупо. Элой, мне, в общем-то, нет дела до твоего мнения. С ума сойти. Я сделал, что смог. Ну а дальше задача уже твоя. Возьми мое копье. Прикрепи к нему блокиратор. Это будет устройство ввода. И останется только воткнуть это копье Аиду в башку? Именно. А, хорошо. Сайленс. Куда ты пойдешь? Туда, где не бывал. Столько всего надо узнать, пока не наступил конец света. А это все? А это я оставляю тебе. Как оказалось, все это твое. Ну, а меня сюда не звали. Да, еще один такой же. Наподобие Фаро, блин. Тот к концу света все привел, и этот туда же. Задача выполнена! Да. Сеть визоров работает. Все параметры соблюдены. Можешь сам убедиться. А я подожду. Но, смею напомнить, мне причитается награда.
Квантовая обработка. Данные скомпилированы. Объем слишком велик для пересылки. Как не кстати для меня. Явись передо мной и получишь свою награду. Хорошо. Гелис, обнаружена угроза в затмении. Назови имя, Отень, и отступник умрет. Имя этой угрозы — Сайленс. Сайленс. Да. Истина, нашептанная ночью, хорошо видна днем. Он всегда был чужаком. Будет исполнено. Офигеть. Они идут. Приготовления завершены. О, светлый Бахавас, узри, как и было обещано. Что это за гигантская машина? Я никогда подобного не видел. Нет! Не приближайся, ты, Карха, в тени! Неверно! Склонитесь перед погребенной тенью! Погребенная тень? Я не понимаю. Понимал ли Роман Кошуна, что уселся на вершине пламени? А? Это же из Писания. Роман последовал за тенью, отброшенной шпилем. Туда, где был построен священный Мирьян. И ты тоже последуешь за тенью. Я праведный человек, избранник солнца. Но в час нужды силы тьмы могут воплотить в жизнь то, что солнцу не под силу. Итак, вернешь ли ты нам то, что наше, о тени с пророчества? Требуется армия. Подчинитесь, и Меридиан ваш. В нашем послушании не сомневайся. Да. Легко на них было давить, да? Я проделал долгий путь. Я услышал твое послание. Это ведь был ты? Сущность неизвестна. Мое имя Сайленс. А твое? Я думаю, ты не стал бы звать, если бы не хотел что-то получить. Ты позвал, я откликнулся. Скажешь мне свое имя? Аид. Тебя создали предтечи. Ты боевая машина. Вопрос временной период. Время? Сейчас правит 13-й король дома солнца Карха. Вопрос Карха. Давай лучше по порядку. Тебя создали предтечи? Интересно, сколько ты пролежал здесь, пока я тебя не нашел? И как долго тебе придется ждать кого-то другого? Очевидно, что ты очень могуч. Но без меня ты отсюда не сдвинешься. Титан просто оболочка для интеллекта. Вопрос Карха. Другой разговор. Вот так они и подружились. Вопрос на вопрос. А на это копье-то можно поставить модификацию? Это, получается, будет новое копье. Ух, какой сияет. Павшая гора. Раздобыть мощное оружие, достигнуть 50 уровень. Серьезно? Да, неплохо, неплохо. Так, сколько у нас получается грозная тень? До Дворца Солнца? Нет, мы сейчас будем с вами выполнять, хотя уже, наверное, не в этой серии, а в следующей, Древний Арсенал, конечно же. Начнем оттуда. Сколько у меня навыков-то? 3. Давай, наверное, тебя. Окей. Так, записная книжка, носитель данных. Блин, остался один какой-то аудиофайл, серьезно? Не обнаружил. Здесь вроде все, голозаписи, текстовые. 4 записи еще осталось. Файл до сих пор поврежден. Информации о мире очень много еще получается. О машинах все. Просканированные глифы, получается, осталась одна. Все остальное это из дополнения. Ну окей. Что по предметам-то? Блин, ну копье есть, но его нельзя модифицировать. Обидненько. Обидненько, модифицировать его, к сожалению, нельзя. Ну ладно.
Ну ладно. Давайте, наверное, сразу тогда перемещаться. Нужно сообщить Аваду, что затмение готовит атаку. После этой истории с Дервалом, я не сомневаюсь, что он защитит город. Но Шпиль... Шпиль-то серьезно. Это слишком серьезно. Так, ну здесь тогда нам, по идее, в принципе, делать нечего. Давай тогда... не переместишься, да? Так, page up, page down. Во, можно. Давайте тогда перемещаться в сторону задания. Вот, заменить топливные элементы. И продолжим с вами, друзья, мы уже в следующей серии. Так что на сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, вступайте в группу ВКонтакте, все ссылочки под видео. С вами был Азар Бабай, спасибо за просмотр. Увидимся в следующих прохождениях. Всем пока.